Активно голосуют в этот день и представители интеллигенции. Светлые умы, понимая важность референдума, пришли на участки рано утром, чтобы выразить свою гражданскую позицию. В их числе популярный актер, певец, драматург, композитор и генеральный директор казахстанского авторского общества Байгали Есеналиев. Время меняется, и нам необходимо подстраиваться, двигаться в ногу со временем. Поправки в Конституцию были нужны. Каждый, кто дорожит своей страной, должен сегодня отдать голос на выборах. А по мнению главы Ассоциации вузов Рахман Алшанова, это без преувеличения переломный момент в новейшей истории Казахстана. На самом деле это плебисцит, всенародный референдум. Конечно, мог президент сам некоторыми внести через парламент, сенат, мажлис, но он вышел, внес это предложение для всенародного обсуждения.